Супермодель стала на защиту мусульманок в хиджабе. Американская топ-модель палестинского происхождения Белла Хадид выступила против дискриминации покрытых мусульманок. На эту тему она высказалась в серии постов о проявлениях исламофобии, с которой сталкиваются верующие девушки по всему миру. 25-летняя модель поддержала 17-летнюю новозеландскую школьницу Худу Аль-Джама, которую в феврале избили сверстницы и сорвали хиджаб. Девушка попала в больницу с побоями и испытала глубочайший стресс. Мы должны изменить это мышление поспешной оценочности. Просветите своих друзей, детей, родителей и семьи, что ношение хиджаба, исповедание ислама или небелая кожа не делают человека угрозой, написала Хадид. Хотя сейчас различные формы хиджаба и головных уборов начинают все чаще появляться в мире моды, давайте помнить о ежедневной борьбе, притеснении и дискриминации, с которой регулярно сталкиваются мусульманки. Сама Белла не носит хиджаб, но ассоциирует себя с исламом и мусульманской культурой. Модель уже не в первый раз оказывает публичную поддержку мусульманам. Также в одном из интервью девушка упомянула о своем отце Мухаммаде, который переехал в Штаты из Палестины. «Мой отец был беженцем, когда впервые приехал в Америку, поэтому данная тема очень близка нашей семье. Папа всегда был очень религиозным и молился с нами. Я горжусь тем, что я мусульманка».